Всем привет, с вами Роман Раскольников, я продолжаю играть в игру под названием Desolate. Собственно, сегодня я буду выполнять задание от Эдзинданта. Итак, и сегодня мы будем ослаблять мародеров. Посмотрим, что такое. Местные просят разобраться с мародерами, которые нападают на них. Сложно. Хорошо. Скорее всего, сложно. Средней нету такого, потому что вроде в прошлый раз тоже. Сейчас посмотрим, что нам надо делать. Так, поставку... А, макароны и не все. Мародеров убито. Надо мародеров. Пять, наверное, это то же самое, что и с животных. Тоже 5. 2, 5, 7. А нет, в прошлый раз 4. Может быть... А, это сложно 5. Сложность вроде как совсем влияет. Так, вот здесь где-то лагерь мародеров. Точно помню. Еще чуть не упал в него. Так, буду стрелять в них из пистолета. Так, вот. Да, вот где-то вот здесь должны быть мародеры. Вот их вот. Я сломил, кажется. Ты задолбал. Гигантское животное. Ты мне все испортил. Речка. Давайте с собой всякий хлам искать. С тобой. Еще одну. А, это дорк. Блин, я только двоих убил. Есть еще? Бандиты. Мародеры, вы где? Я вам тут лута принес. Можете меня ограбить из-за... Что тут? Поняли. Базу что? Чё один? Главарь сидел так. Чай побил. Ну, костра. Чё-то мне так много барахла всякого. Ладно, оружие буду уже разбирать. Хватает места. Вон еще один мародер. Лечиться побежал. Лечиться, смотрите. А, где мне последнего искать? Там хотя бы возле... О, макароны нашел. Отлично. А, утюг мне больше не нужен. Кто-то там с кем-то машется. А, это...
Так, это мародер, да, вроде как. Ой. Так, куда побежал? Так, хорошо. Да, не я выполнил. Так, теперь надо возвращаться обратно. Далеко слишком бежал. Я еще и макароны нашел. Второй квест сдамся. Сразу два квеста сдам. Он там флаг возле того здания. Ну, скорее всего, ослабить мародеров, если есть средний уровень, там скорее всего троих надо, а легкого скорее всего даже и нету. Так, задание. Ослабить мутантов, ослабить там всего. Освобождение. В процессе. Новое задание — освобождение фермы. И уровень повысил. Так, я выполнил сразу два задания. Найти вот эти поставки продовольствия. Я макароны искал. Но это побочные, я просто взял. Пока бегаю, там, может, найду. И второй квест, это как раз основной, который я снимал. Это ослабить мародеров. Я думаю, то, что ослабить мародеров есть только одна вариация, то есть сложно. Потому что если сложно 5 мародеров, средний это, скорее всего, 3. Но в средний я ни разу не видел. Я видел сложно 2 раза, мне только попадался данный квест. Скорее всего, он только в одной сложности существует. И ослабить НС. Это почти то же самое, что и ослабить мародеров, но ослабить НС. Но я ее тоже буду проходить. НС-овцы будет, правда, сложнее искать. Мародеры чаще попадаются. Но это не важно. Ладно, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.